Алевтина Арбуза, член Республики Краснодарского Завета.
Концерт участницы второго заключения забега «Дорога-2000». Напомню, что в первом забеге лучший результат был 4 минуты 29,68 сотых. Забег по правой возглавил Екатерина Соколова, мастер спорта, представляющая Московскую и Брянскую области, победительница наших соревнований в 2800 метров. И еще раз напомню, серебряный призер прошлогоднего молодежного первенства в этой дистанции. Прыжку тройным готовится Мария Сунцова, Москва. Занимается сейчас третье место. Соревнуется на этапе 12 метров 98 сантиметров. На второй позиции бег идет Инесса Гусарова, Волгоградская, Брянская области. Замыкает тройку лидера в Одессе. Я записываю, я хочу потом это выкладываю. Секунды время лидеров на 500 метров, значит, не быстрее, чем в первом забеге. Екатерина Соколова, Московская область, по-прежнему ориентируется в переходе на финиш. На второй позиции крупную за лидером бежит Инесса Гусарова. И замыкает тройку лидер Одесса Машашвили, Санкт-Петербург. Напомню, что рекорд у меня ниже, 4 минуты 15,85 секунды. Екатерина Соколова, Московская Брянская область, и вплотную за лидера